Добрый вечер, пчеловоды. Владимир Егорович, вы здесь? Да, я еще здесь, слушаю. Здравствуйте. Вопрос такой. Я еще не закрывал маток, у меня сеет. И обнаруживал два раза подряд. Сначала в одном обнаруживал маточники, и сейчас в другом. Какая может быть причина? Я срываю. Но все равно они откладывают. Какая причина может в данный момент под осень закладка маточников? Матки хорошо сеют, хорошие матки, нету пропусков, кучно все, густо сеют, больше там на 2-3 ладони на додановском. То есть как бы жаловаться не на что, а эти решают заменить. У меня, кстати, не поодинокие случаи насчет появления маточников. Ну, матки прошлогодние и позапрошлогодние. Может быть, запоздалая тихая смена, и пытались они с середины лета эти матки старые менять, потянут маточники, погрызут, и так вот они игрались, пока мне надоело. Я закрываю маток в изолятор и последнюю партию маточников через разделительную решетку. Матка в изоляторе, основная в гнезде, а в нижнем корпусе, там на полумедовых рамках, оставляю маточники, и вы знаете, обгулялись матки в этом сезоне. Вот единственная отрада по лояльности маток между собой. Вот двухматочные, сейчас трехматочная у меня сидит. Три матки в изоляторах, поллета отработали. Обычно они на последнем взятке оставляют лучшую, сильнее, более сильным феромоном. А это три матки обгулялись практически, ну, где-то в течение недели в одной семье на трех корпусах. И так они шли, взяток они прошли полностью с подсолнуха. И вот сейчас на закормке три матки в изоляторе уже целый месяц, и так и остались. Я думал оставить какую-то одну. И обгулиться сегодня буквально обнаружил в отводке со старой маткой, обгуленную в изоляторе старая и обгуленная молодая. Я ее в изоляторе рядом поставил. Поэтому можете обойтись вот таким, вернее, распорядиться вот таким вот способом. Разделительную решетку между основной маткой, если она у вас сеет не в изоляторе, а там внизу пускай выходит и дайте шанс обгуляться. Как вы распорядитесь уже плодной, несмотря на то, что трутня сейчас маловато, но тем не менее матки обгулятся. А уже куда ее применить, будете смотреть по ситуации. Да, спасибо большое за эту информацию. Ну, думаю, что уже моим количеством пчел это необходимости такой нету. Это когда была бы уже пасека более расширенная, да, я согласен, можно еще так поэкспериментировать, потому что у меня в опыте уже есть такое, что осенью уже подморозы, то есть как подморозы, бывали уже заморозки, ну, она обгулялась, я в шоке был, как так может. Ну, тем не менее, такой опыт был. Вот. Благодарю, спасибо большое за информацию.